Всем привет, это Алекс, и сегодня я вам хочу показать, каким образом можно качать скрытность, если у вас она абсолютно не растет. Для этого есть как минимум два варианта, и первый — взять какой-нибудь пистолет, давайте заглянем в мой инвентарь и накрутим на этот пистолет как минимум глушитель для того, чтобы нас не замечали, и как максимум какой-нибудь точечный прицел для того, чтобы было проще прицеливаться. После того, как мы подготовили оружие, вы можете на самом деле воспользоваться любым пистолетом, а не только легендарным, как это сделал я. Идем и ищем себе противников. Предварительно смотрим на нашу скрытность перед началом эксперимента, и она у меня в самом начале 5 уровня. Что нужно делать? Врагов нужно обезвреживать, и обезвреживать их нужно из скрытности. Желательно, чтобы они вас не замечали и не раскрывали, поэтому в данном случае я противнику перезагружаю оптику, затем захватываю его за шею и душу его в скрытном месте. В момент удушения я получаю опыт, я получаю прокачку скрытности. Затем ищем следующего противника, подходим и повторяем все то же самое. То есть в приседе подходим за спину, хватаем и обезвреживаем. Давайте посмотрим, для чего мы сделали пистолет с глушителем. Мы можем аккуратно прицелиться из-за укрытия и выстрелить в противника. Если мы его уничтожаем и уничтожаем его из скрытности, то наша скрытность тоже растет. И так далее. Находим следующего противника, подбегаем к нему, подкрадываемся, если быть точным, утаскиваем его за какое-нибудь укрытие, чтобы нас не увидели, и аккуратно ликвидируем. В этой локации противники еще не закончились, поэтому мы находим следующего и просто из пистолета его уничтожаем. Давайте посмотрим завершение прокачки в другой локации. Видим трех противников, уничтожаем первого, получаем навык короткоствол, навык скрытности. И нам осталось совсем немножко. Уничтожаем крайнего противника и видим, что наша скрытность выросла с 5 до 6. Если мы зайдем в наши характеристики, в нашу таблицу прокачки персонажа, то увидим, что скрытность у нас выросла. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Удачи в прокачке скрытности. Пока-пока.